21 мая уже широко известный на Западе шоу-оркестр «Русский стиль» сыграет на самом длинном в мире подвесном пешеходном мосту протяженностью 439 метров. Концерт пройдет в рамках первого турне шоу-оркестра в Сочи и призван стать очередным рекордом коллектива. Шоу-оркестр уже играл на самой высокой смотровой площадке в Европе. Это смотровая площадка Останкинской телебашни. Этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России. Также шоу-оркестр выступил на высоте 10 тысяч метров на борту самолета «Париж-Москва». В рамках первого турне в городе Сочи шоу-оркестр «Русский стиль» примет участие в саммите «Асиан», в фестивале «Артфолкс», а также даст открытый концерт на площади перед Зимним театром.